Доброе утро, друзья! Спасибо, что встречаете день вместе с нами. Спасибо природе за месяц март. Спасибо, что я могу говорить. Виктория и Илья, спасибо, что пришли. Спасибо, голос. Быть благодарным всему, что происходит вокруг нас, вот главный закон счастья, который недавно открыли американские ученые. Благодарность помогает увидеть нам все то хорошее, что происходит в нашей жизни. Оказывается, положительные моменты случаются с нами в 5 раз чаще, чем негативные. И один такой момент происходит прямо сейчас. И это программа «Зарядись удачей». Здравствуйте, друзья! Доброе утро! Ну что, давайте учиться видеть счастье в мелочах. Например, наконец-то наступила весна, и уже тепло. Ну, не везде. Ну, сегодня выходной. Ну, не у всех. Илья, люди созданы для счастья, как птицы для полета. Ну, ты-то скажи пингвинам и курочкам. Так, хорошо. Скажи, что лично тебя делает счастливым, пожалуйста. Ты же прекрасно знаешь, Виктория, это работа. Для меня огромное счастье находиться здесь, рядом с тобой, в этой студии, и проводить розыгрыши тиражей в государственных лотереях. Так давайте же быстрее сделаем Илью счастливым и приступим к розыгрышам. Сегодня в лотереях «Бинго 75» и «6 из 36» будут разыграны 1000 денежных призов. А в жилищной лотерее еще и 10 квартир. А какой в жилищной лотерее суперприз? Внимание! Трехкомнатная квартира в Москве площадью более 100 квадратных метров с панорамным видом на город, роскошной террасой и современным ремонтом. Впереди нас с вами ждут волнительные минуты, которые могут круто изменить вашу жизнь. Мы желаем удачи всем участникам! Мы начинаем розыгрыш 45-го тиража лотереи «Бинго 75». В этой лотерее каждый билет может выиграть не один, а целых 3 раза. Подробные правила вы найдете на сайте stulato.ru и на ваших лотерейных билетах. Призовой фонд 45-го тиража лотереи «Бинго 75» составляет 6 миллионов 983 тысячи 600 рублей. Гарантированный джекпот – 25 миллионов рублей. И вы выиграете джекпот, если в вашем билете все 24 числа игрового поля раньше других совпадут с номерами шаров, выпавших из лототрона до 43-го хода включительно. Запускаем лототрон. Первый тур – углы. Выигрывают билеты, в которых 4 числа, расположенные в углах игрового поля, совпадут с номерами шаров, выпавших из лототрона до 28-го хода включительно. Мы ждем первый шар. Шар номер 65. 65. Шар номер 15. Номер 15. Шар номер 39. 39. Шар номер 52. Номер 52. Шар номер 38. 38. Шар номер 23. 23. Шар номер 50. 50. Шар номер 12. Номер 12. Шар номер 26. 26. Шар номер 10. Номер 10. Шар номер 17. 17. Шар номер 20. Номер 20. Шар номер 54. 54. Шар номер
Шар номер 75. Номер 75. Шар номер 2. 2. Шар номер 48. Номер 48. Шар номер 61. 61. Шар номер 72. Номер 72. Шар номер 33. 33. Шар номер 11. Номер 11. Шар номер 64. 64. Шар номер 43. Номер 43. Шар номер 70. 70. Шар номер 37. Номер 37. Шар номер 5. 5. Шар номер 47. Номер 47. Шар номер 31. 31. Шар номер 35. 35. Стоп игра. Стоп игра. Первый тур «Углы» завершен. Сумма выигрыша 200 рублей на каждый выигравший билет. Мы поздравляем всех победителей тура «Углы». Пусть удачи дальше вас не покидает. Илья Минин. Да, Виктория Панина. А расскажи-ка мне, пожалуйста, какие приметы на удачу ты знаешь? Знаю. Первое, что приходит в голову, это увидеть радугу. Так. Еще можно найти пятилистный цветочек сирени. Очень интересно. Но сейчас не сезон. Угу. Можно встретить рыжеволосую женщину или трехцветную кошку. Они тоже к удаче. Но вообще-то удача, она дама такая, что может прийти совсем без предупреждения. Я с тобой согласна. Одна из наших победительниц, Ольга Карнаухова, никак не ожидала, что удача к ней не просто придет, а нагрянет. Дело в том, что она приобрела 4 лотерейных билета, и все они оказались выигрышными. И чем-то же эта женщина приглянулась удаче. Давайте посмотрим ее историю и узнаем, в чем тут секрет. Москвичка Ольга Карнаухова – победительница жилищной лотереи. Она живет в живописном районе в 5 минутах ходьбы от усадьбы Кускова, бывшего имения графа Шереметьевых. Свой район я очень люблю, потому что здесь всегда очень хорошо, тихо, спокойно. Летом здесь гулять вообще замечательно, потому что очень много зелени. В жилищную лотерею я выиграла квартиру. Но так как у меня квартира уже здесь есть, то решила взять деньгами. Но деньги, естественно, потратили, так как большая семья, на подарки. Ну и купили мужу с папой для работы машины. Сигарету купила. Себе я купила шубу. Ой, да. Ну и дочке купили телефон, ноутбук. Ну и так по мелочам всяких подарков набрали. Ну, лотерея круто поменяла мою жизнь. Ну, пришлось поменять вообще сферу деятельности. Я же работал газоэлектросварщиком. И работал на госорганизации, как говорится, на дядю. Тут была мысль давно уже, что-то открыть свое, поработать на себя. Но выигрыш в этом помог, очень даже помог. И когда мы посвящались в семейном кругу, то вот и решили купить вот мне машину, тестю машину и свой бизнес. Теперь занимаемся грузоперевозками. Все хорошо, работаем сами на себя. Семья Ольги Карнауховой участвует в лотереях уже больше 10 лет. И в их дом уже не раз приходила удача, но в этот раз она оказалась просто невероятной. Получилось так, что с 17 числа у меня муж приехал с работы, и мы пошли в гараж.
делать машину. Да. Нам просто до этого въехали в машину. Пошли делать бампер. Папа, муж и я. Вот они делают этот бампер. Мне приходят смс-ки. Сначала одна смс-ка, что я выиграла 100 рублей в русском лото. Потом другая смс-ка, что 100 рублей. Потом приходит смс-ка жилищной, что 100 рублей. И минут через 5-10 у меня еще одна смс. Ну, я решила залезть на сайт и проверить свой билет. Я залезла и не поверила. Мы нулики считали. Да, я подошла к папе с мужем. Сначала подумали, 1700. Показала им. Они смотрели, долго смотрели, так и говорят, и что? Я говорю, это мой выигрыш. Они, да нет, это не может быть чудом, никакого выигрыша. Я говорю, это мой выигрыш. Они, но они не поверили. Отослали, чтобы не мешалось нам под ногами машину ремонтировать. Чтобы одновременно в руках оказалось 4 билета и все счастливые, такое случается не каждый день. И о природе такой удачливости можно только строить догадки. Я так думаю, что это дело случая. Конечно. Просто вот что-то подсказало, какая-то интуиция, что надо взять. И оказался счастливый билет. Да, могло повезти кому бы другому, любому могло повезти. Но да. Повезло нам. Чего ж теперь? И мы этому очень рады. Конечно, да. А вообще, как говорил Спиноза, если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала хорошее настроение. Похоже, семье Ольги Карнауховой это подходит в полной мере. Независимо от выигрыша, мы очень счастливы. Да, у нас хорошая семья, все замечательно. А это как бы, ну, выигрыш — это дополнение. Мы сами счастливы и счастье приносим другим. Мы поздравляем эту чудесную семью с победой. Ну а сейчас возвращаемся к розыгрышу 45-го тиража лотереи «Бинго 75». Начинаем второй тур «Пересечение». Выигрывают билеты, в которых 8 чисел, образующие пересечение на игровом поле, совпадут с номерами выпавших шаров до 38-го хода включительно. Мы обращаем ваше внимание, что билеты, которые выиграли в первом туре, продолжают участвовать в розыгрыше и могут выиграть еще дважды. Запускаем лототрон. Шар номер 73. 73. Шар номер 74. Номер 74. Шар номер 30. 30. Шар номер 36. Номер 36. Шар номер 68. 68. Шар номер 60. Номер 60. Шар номер 18. 18. Шар номер 57. Номер 57. Шар номер 1. 1. Шар номер 3. Номер 3. Стоп-игра. Стоп-игра. Второй тур пересечения завершен. Сумма выигрыша – 1000 рублей на каждый выигравший билет. Мы поздравляем победителей второго тура. И напоминаем, что ваши билеты могут выиграть еще раз. Начинаем третий тур «Карточка 55». Выигрывают билеты, в которых все 24 числа игрового поля совпадут с номерами шаров, выпавших из лототрона, до 55-го хода включительно. Если в конце тура в вашем билете будут зачеркнуты все числа, то ваш билет выиграет. А если это случится раньше других и до 43-го хода включительно, то в этом случае вы выиграете гарантированный джекпот, который сегодня составляет 25 миллионов рублей. Запускаем лототрон. Шар номер 69. 69. Шар номер 63. Номер 63.
Шар номер 44. 44. Шар номер 53. Номер 53. Шар номер 13. 13. Внимание! Это был 43-й ход 45-го тиража лотереи Бинго 75. И был ли сегодня разыгран джекпот, мы с вами узнаем сразу же после окончания розыгрыша. Продолжаем. Третий тур. Шар номер 67. 67. Шар номер 7. Номер 7. Шар номер 51. 51. Шар номер 59. Номер 59. Шар номер 46. 46. Шар номер 55. Номер 55. Шар номер 62. 62. Шар номер 49. 49. Шар номер 14. 14. Шар номер 21. Номер 21. Шар номер 34. 34. Шар номер 9. Номер 9. Стоп-игра. Стоп-игра. Третий тур, карточка 55, завершен. Сумма выигрыша 20 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем всех победителей тура, карточка 55. И продолжаем розыгрыш 45-го тиража лотереи Бинго 75. Переходим к категории «Последний ход». В ней выигрывают билеты, в которых до 72-го хода включительно будут зачеркнуты все 24 числа игрового поля. Сейчас в розыгрыше участвуют билеты, в игровом поле которых все еще остались незачеркнутые числа. Их нужно успеть зачеркнуть до последнего хода. Запускаем лототрон. Шар номер 19. 19. Шар номер 8. Номер 8. Шар номер 6. 6. Шар номер 25. Номер 25. Шар номер 56. 56. Шар номер 41. 41. Шар номер 22. 22. Шар номер 71. 71. Шар номер 32. 32. Шар номер 45. Номер 45. Шар номер 24. 24. Шар номер 4. Номер 4. Шар номер 16. 16. Шар номер 28. Номер 28.
Шар номер 40. 40. Шар номер 27. 27. Шар номер 58. 58. Стоп игра. Стоп игра. Это был последний ход сегодняшнего тиража. В лототроне осталось три шара. Это номера 29, 42, 66. Эти номера зачеркивать в своих билетах не нужно. Проверьте, если ни одного из этих номеров в ваших билетах нет, это значит, вы выиграли! 45-й тираж лотереи Бинго-75 завершен. А сейчас пришло время подвести итоги сегодняшнего тиража. Итак, в 45-м тираже лотереи Бинго-75 джекпот не был разыгран. В первом туре «Углы» выиграл 2821 билет, выигрыш 200 рублей на каждый выигравший билет. Во втором туре «Пересечение» выиграло 429 билетов, выигрыш 1000 рублей на каждый выигравший билет. В третьем туре «Карточка 55» выиграла 15 билетов, выигрыш 20 тысяч рублей на каждый выигравший билет. И, наконец, в категории «Последний ход» выиграла 45 520 билетов, выигрыш 100 рублей на каждый выигравший билет. Сегодня в 45-м тираже лотереи Бинго-75 было разыграно 5 845 200 рублей. Выиграло 48 785 билетов. Мы поздравляем всех победителей! Вас много, но будет еще больше. Потому что с 31 марта, то есть уже с завтрашнего дня, розыгрыши тиражей лотереи Бинго-75 будут проходить не один, а 5 раз в неделю. Смотреть трансляции розыгрышей лотереи Бинго-75 можно 1 раз в неделю на телеканале НТВ и 4 раза в неделю на нашем сайте stoloto.ru. Не забывайте приобретать билеты и верьте в удачу. Подробности найдете на нашем сайте stoloto.ru. Ну и снова про удачи и везение. Вы наверняка знаете поговорку «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Так случилось с одним из победителей государственных лотерей. Рашид Альмушев из Альметьевска очень хотел приобрести билеты именно на новогодний тираж, но их, увы, в продаже не оказалось. И Рашид решил купить те, которые еще остались. И один из этих билетов принес Рашиду выигрыш в 1,5 миллиона рублей. А вот как это было. Я живу один, работаю слесарем, газовое оборудование, обслуживаем в квартирах, вот как газопроводы. Когда скучно, еду племянникам, родственникам, помогаю там. Я 10 билетов покупал. Они же быстро говорят, быстро зачеркивают. Я не успел. Пошел племяшку, я говорю, а ну-ка компьютер у вас есть, проверьте. Зять на меня смотрит, смеется. Я говорю, а что смеешься? Что смешного? Вот, ты выиграл. Я говорю, не может быть. Смотри, говорю, цифры. Я слышал почту сюда. Почту проверяют. Они все подняли с почты здесь. Такого не было же. Альметьевский выигрышный. Первый миллионер альметьевский. Среди рабочих классов. Я вот здесь постоянно покупаю лотерейные билеты. Постоянно брал по 3 штуки каждый. Выбрал вот так вот. Оторвал. Она считает, отмечает. 2, говорю, лишние. Я говорю, пускай будут лишние. Я говорю, значит, это судьба. Давай возьмем. Это было в декабре месяце, перед Новым годом. 26. 26 декабря наш клиент постоянный пришел к нам проверить выигрышную лотерею. И на экране у нас высветила сумма 1,5 миллиона рублей. И тем более эта новость была перед Новым годом. Это, конечно, такой приятный сюрприз был для нашего клиента, для нас, для нашего отделения. Выигранные деньги я купил эту машину. Земельный участок купил. В следующем году дом буду строить. Помогаю. Племянник фермерство открыл. У него там 19 коров. Вот дядя Рашид выиграл меня. Помог деньгами фермерство поднять. Ну, спасибо ему. Да, я сам мечтал это фермерство поднимать. По возможности помогаю. Вот корову любит. Да, я сам люблю их. Вот мечтал, выиграл. Вот сделался он. Выиграл. Еще будет, вот сердце подсказывает. И хозяйство будет, подниму. Дом строю. Может, вторую половину появится.
когда свой очаг, семья, все есть. Вот это счастье. Ну что, мы поздравляем Рашида с выигрышем. И желаем ему встретить вторую половинку. Ну а что, земля есть, машина есть, работа есть, а дом они уже вместе построят. Главное, человек ведь он очень-очень хороший. Я уже вижу, как со всей страны в Альметьевск слетаются потенциальные невесты. Рашид Рустамович, пусть и в этом нелегком деле удача будет на вашей стороне. А еще мы желаем удачи всем участникам жилищной лотереи, розыгрыш тиража которой начнется совсем-совсем скоро. Оставайтесь с нами. Все, приготовься. 30 марта. Алексей Теплый. Что еще за Алексей Теплый? Это какой-то шансонье, а я, по-твоему, что, холодный? 30 марта по народному календарю Алексей Теплый. Начинается бурное снеготаяние, текут ручьи. Спасибо, голос. Да, да, голос. Спасибо, что напомнил. Настало время мокрой обуви, грязных брюк и насморка. Ну нет, нет, нет. Алексей Теплый. Это значит, будет солнечно, тепло и сухо. А мы все так соскучились, мне кажется, вот по этим классным, замечательным, теплым дням. Вика, все будет. Нужно только чуть-чуть подождать. Ну а пока давайте согревать друг друга улыбками и любовью. Любовью к жилищной лотерее, которая нас с вами объединяет. И сегодня в жилищной лотерее мы разыграем 10 квартир и 1000 денежных призов. А еще сегодня мы разыграем последний, третий приз акции «Ремонт на миллион». Шанс выиграть миллион на ремонт есть у всех, кто приобрел типографские блоки из двух билетов 331-го тиража жилищной лотереи. Или не менее двух билетов с указанием номера телефона. Или от двух билетов на сайте 100loto.ru. Билет-победитель акции определится сразу же после окончания розыгрыша с помощью генератора случайных чисел. Ну а сейчас давайте приступать к розыгрышу. Призовой фонд 331-го тиража жилищной лотереи составляет 45 миллионов 443 350 рублей. Гарантированный суперприз – трехкомнатная квартира в Москве площадью более 100 квадратных метров с панорамным видом на город. И мы запускаем лототрон. Призовой фонд первого тура – 210 тысяч рублей. Я напомню правила первого тура. В нем выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой горизонтальной строки верхнего или нижнего игрового поля раньше других совпадут с номерами шаров, которые выдаст лототрон. Ну а более подробно ознакомиться с правилами вы можете на нашем сайте 100loto.ru или на лотерейных билетах. Мы ждем первый шар первого тура. Шар номер 68. 68. Шар номер 19. Номер 19. Шар номер 61. 61. Шар номер 26. Номер 26. Шар номер 39. 39. Шар номер 76. Номер 76 и 100 грамм. В первом туре жилищной лотереи выиграл один билет, приобретенный в Иркутской области. Вы выиграли 210 тысяч рублей. Мы вас поздравляем. И переходим во второй тур. Приступаем к розыгрышу 10 квартир. Во втором туре выигрывают билеты, в которых все 15 чисел верхнего или нижнего игрового поля раньше других совпадут с номерами шаров, которые выдаст лототрон. Запускаем лототрон. Шар номер 29. 29. Шар номер 46. Номер 46. Шар номер 66. 66. Внимание!
Следующий ход 10-й. Это значит, что прямо сейчас может быть разыгран гарантированный суперприз жилищного 3, а это трехкомнатная квартира в Москве. Напомню, что суперприз может выиграть тот, кто за первые 10 ходов зачеркнет все 10 чисел любых двух строк игровых полей. Мы ждем 10-й шар. Шар номер 5. 5. Гарантированный суперприз жилищного 3 сегодня не разыгран. Но в следующем 332-м тираже гарантированный суперприз по-прежнему. Трехкомнатная квартира в Москве. Мы продолжаем второй тур. Шар номер 62. 62. Шар номер 74. Номер 74. Шар номер 60. 60. Шар номер 9. Номер 9. Шар номер 77. 77. Шар номер 21. Номер 21. Шар номер 42. 42. Шар номер 71. 71. Шар номер 13. 13. Шар номер 49. Номер 49. Шар номер 82. 82. Шар номер 24. Номер 24. Шар номер 33. 33. Шар номер 72. Номер 72. Шар номер 65. 65. Шар номер 44. 44. Шар номер 64. 64. Шар номер 30. Номер 30. Шар номер 79. 79. Шар номер 28. Номер 28. Шар номер 3. Три. Шар номер 40. Номер 40. Шар номер 10. 10. Шар номер 7. Номер 7. Шар номер 32. Номер 32. Шар номер 14. 14. Шар номер 8. Номер 8. Шар номер 52. 52.
Шар номер 87. Номер 87. Шар номер 80. 80. И стоп игра! Стоп игра! Во втором туре жилищной лотереи выиграл один билет, приобретенный в Санкт-Петербурге. Ваш выигрыш – квартира! Мы вас поздравляем! И не теряя ни минуты, переходим в следующий, третий тур и продолжаем розыгрыш квартир. В третьем и последующих турах выигрывают билеты, в которых все 30 чисел обоих игровых полей. Раньше другие совпадут с номерами шаров, которые выдаст Лототрон. Запускаем Лототрон. Шар номер 53. 53. Шар номер 35. Номер 35. Шар номер 57. 57. Шар номер 16. Номер 16. Шар номер 55. 55. Шар номер 20. Номер 20. Шар номер 48. 48. Шар номер 37. Номер 37. Шар номер 51. 51. Шар номер 75. Номер 75. Шар номер 15. 15. Шар номер 78. Номер 78. Шар номер 34. 34. Шар номер 4. Номер 4. Шар номер 70. 70. Шар номер 81. Номер 81. Шар номер 59. 59. Шар номер 84. Номер 84. Шар номер 12. 12. Шар номер 11. Номер 11. Шар номер 89. 89. Шар номер 50. Номер 50. И стоп игра! Стоп игра! В третьем туре жилищной лотереи выиграл один билет, приобретенный в Свердловской области. Вы выиграли квартиру! Принимайте поздравления! Переходим в следующий, четвертый тур и продолжаем розыгрыш квартир. Запускаем Лототрон. Шар номер 18. 18. Шар номер 67. Номер 67. Шар номер 2. 2.
Жар номер 56. Номер 56. Стоп игра! Стоп игра! В четвертом туре жилищной лотереи выиграли 4 билета. Два из них были приобретены в Брянской и Московской областях, остальные два в Удмуртской республике и республике Башкортостан. Каждый из этих победителей становится обладателем новой квартиры. Поздравляем вас! Переходим в следующий, пятый тур, и нам осталось разыграть еще 4 квартиры. Запускаем лототрон. Шар номер 85. 85. Стоп игра! Стоп игра! В пятом туре выиграли сразу 10 билетов, приобретенных в разных регионах нашей страны. Стоимость оставшихся на сегодня 4 квартир делится между этими победителями. Таким образом, каждый из них выигрывает 600 тысяч рублей! Поздравляем каждого из вас! И я присоединяюсь к поздравлениям. Ну а сейчас, друзья, мы с вами отправляемся в теплый Краснодарский край. Там живут победители государственных лотерей, образец любви и верности. Да, Всеволод и Алла Белоцерковниковы вместе уже почти 40 лет. Встретить свою вторую половинку – это уже большое счастье. Но этим людям повезло вдвойне. Недавно они выиграли квартиру. Давайте познакомимся с нашими героями. Краснодарский край – самый южный регион России. Здесь, в станице Брюховецкая, проживают Вячеслав и Алла Белоцерковниковы, которым посчастливилось стать победителями государственной лотереи. Вячеслав может вспомнить поминутно день, когда приобрел счастливый билет. Я пошел платить коммунальные. Смотрю, у меня сейчас осталось где-то у нас 200 рублей мне осталось. Я подошел, смотрю, там люди, ажиотаж такой, что к Новому году уже миллиард разыгрывает. Там все. Ну, я подошел, говорю, слушай, ну дай мне тоже, говорю, пару билетиков, говорю, может, там что-нибудь миллиард какой-то. Так она мне билет дала не на 1 января, а в декабре, за неделю до того. Я их положил в машину. Все, ну, думаю, мне же 1 января проверять. А потом случайно я посмотрел, а уже смотрю, уже тираж прошел. Я думаю, в среду получу газету, проверю. И вот проверил. А еще свет плохой был. Я еще с лупой так сижу, так посмотрю. Вроде закончилось цифры. Но когда я с линейкой подставил, когда написано «квартира», тут я уже, конечно, немножко сел на одно место. И думает, сообщать мне или нет. А я на работе была. А потом, сидим, потом обедаем. Не выдержал. Думаю, позвоню ей. За столом сидим, обедаем. Ну, смотрю, муженек, думаю, что он мне звонит. Я беру трубку, мне говорит, ну что, можно поздравить, я выиграл квартиру. Я говорю, Слав, давай, говорю, так не шути. Он говорит, да серьезно, я позвонил в Москву, действительно, мой билет выигрышный. Было принято решение получить выигрыш деньгами и переехать поближе к дочери. Ведь им так нужна помощь в заботе о сыне, которому был поставлен диагноз ДЦП. «Вместе всегда легче», — решил глава семьи. А пока у Вячеслава есть время попрощаться с домом, в котором они с супругой прожили более 20 лет. Думаем, что все должно у нас получиться. Благодаря, конечно, этому выигрышу. Я считаю, что если вот люди сами по своей натуре добрые, хотят кому-то помочь, что-то... Повезет. Да, я считаю, я вот старалась всегда как-то людям помогать. Если ты сам нормальный человек, и вот с доброй душой помогаешь другим, наверное, все это зачитывается. Видно, Всевышний видит. Как говорят, все вместе и душа на месте. Мы желаем этой чудесной семье счастья и новых побед. Ну а прямо сейчас приступаем к розыгрышу оставшегося денежного призового фонда 331-го тиража жилищной лотереи. Размер выигрыша вы видите на ваших экранах. Запускаем лототрон. Шар номер 27. 27. Шар номер 73. Номер 73. Шар номер 6. 6. Шар номер 45. Номер 45. Шар номер 25. 25.
Шар номер 83. Номер 83. Шар номер 86. 86. Шар номер 41. Номер 41. Шар номер 90. 90. Шар номер 58. Номер 58. Шар номер 36. 36. Шар номер 1. Номер 1. Шар номер 31. 31. Шар номер 22. Номер 22. Шар номер 88. 88. Шар номер 17. Номер 17. Шар номер 43. 43. Шар номер 47. Номер 47. Шар номер 38. 38. И стоп игра! Стоп игра! Это был последний ход сегодняшнего тиража жилищной лотереи. Вика, ну помоги разобраться, какие шары остались в лототроне. Сейчас узнаем. Итак, сегодня в лототроне осталось 4 шара. Сейчас я назову их номера. Это шар номер 23, 54, 63 и шар номер 69. Эти номера зачеркивать в своих билетах не нужно. Проверьте, если ни одного из этих номеров в ваших билетах нет, это значит лишь одно. Вы выиграли! 331-й тираж жилищной лотереи завершен. И сейчас подведем итоги. Итак, сегодня выиграл 170 851 билет, а всего было разыграно призов на общую сумму 34 324 961 рубль. Мы поздравляем всех победителей 331-го тиража жилищной лотереи. А сейчас мы узнаем, кому посчастливится сделать ремонт на миллион. Внимание на экран. Билет-победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел. И это билет-номер. Номер билета генерируется, и у нас есть победитель. Номер билета 03 31 87 17 20 13. И он был приобретен в Ростовской области. Мы поздравляем победителя. Пусть этот ремонт будет самым легким в вашей жизни. Как ты там, Вика, говорила? Алексей теплый? Да, а что? Я просто вспомнил, что совсем скоро начнется дачный сезон. И миллионы жителей России отправятся за город, чтобы жарить шашлыки, качаться в кресле-качалке и работать в огороде. Ты абсолютно прав, поэтому в следующем 332-м тираже жилищной лотереи мы будем разыгрывать 20 дачных участков в Подмосковье и 1000 денежных призов. В лототроне останется всего 3 шара. Это значит, что выигрышей будет больше. И, внимание, важная информация. В этом тираже накопленный суперприз превысил гарантированный. Это значит, что в следующем тираже вас ждет невероятный суперприз. Трехкомнатная квартира в Москве площадью более 100 квадратных метров с панорамным видом на город. И плюс к этому 5 500 000 рублей. Вот так. Но все это будет ровно через неделю, а буквально через несколько минут вас ждет розыгрыш 187-го тиража лотереи 6 из 36. Оставайтесь с нами, не уходите.
Мы начинаем розыгрыш 187-го тиража лотереи 6 из 36. Правила очень простые. В ваших билетах уже зачеркнуты 6 чисел. Из лототрона выпадет всего 6 шаров, и за несколько минут каждый обладатель билета лотереи 6 из 36 может выиграть денежный приз. Но если в вашем билете совпадут все 6 зачеркнутых чисел, то вы выиграете суперприз! Призовой фонд 187-го тиража составляет 6 165 300 рублей. Гарантированный суперприз этого тиража – 3 миллиона рублей. Запускаем лототрон. Ждем первый шар. Шар номер 20. Номер 20. Шар номер 14. Номер 14. Шар номер 18. 18. Шар номер 3. Номер 3. Шар номер 30. Номер 30. Шар номер 15. И последний шар номер 15. Из лототрона выпало 6 шаров. Сейчас я повторю их номера. Вы внимательно проверяйте ваши билеты. Итак, выигрышная комбинация тиража состоит из следующих номеров. 20, 14, 18, 3, 30, 15. 6 номеров из 6 сегодня совпали. Вот это да! Это значит, что сегодня разыгран суперприз. Голос, огласи, пожалуйста, информацию, где был приобретен счастливый билет и какую сумму он выиграл. Суперприз выиграл билет, приобретенный в Московской области. Поздравляем! Суммарный выигрыш составил 3 миллиона рублей. Поздравляем нового миллионера из Московской области. Результаты розыгрыша сегодняшнего тиража вы видите на ваших экранах. С ними также можно ознакомиться на нашем сайте stoloto.ru. Розыгрыш 187-го тиража лотереи 6 из 36 завершен. Гарантированный суперприз следующего тиража – 3 миллиона рублей. В следующем 188-м тираже лотереи 6 из 36 вас вновь будут ждать тысячи денежных призов и суперприз. А я вижу Вику и понимаю, что мое рабочее утро подходит к концу. Ну, а я понимаю, что хочу лично поздравить нового миллионера лотереи 6 из 36. Это ваша минута славы. И эти аплодисменты вам. Ну, а сейчас своя минута славы будет у наших самых преданных друзей. Тех, которые не умеют разговаривать, но понимают нас без слов. Давайте еще раз посмотрим на билеты лотереи 6 из 36. На каждом фотография счастливой собаки из приюта, которая уже нашла свой дом. У каждого из нас свои представления о семье, но всем нам хочется тепла, любви и понимания. Все это происходит, когда в доме появляется собака. Она отогревает сердце, лечит раны, наполняет пространство радостью. Собака из приюта умеет ценить общение и заботу. Она научит вас верности и благодарности. Счастья в вашей жизни станет больше. Мы нужны друг другу, люди и собаки.
Если вы хотите взять собаку или помочь приютам, всю необходимую информацию вы найдете на билетах лотереи 6 из 36. Ну, а я вспомнила еще одну примету на 30 марта. Сон, который вам приснится днем, обязательно сбудется. Ну, это легко проверить, Вика. Друзья, отправляйтесь прямо сейчас спать, и пусть вам приснится, что вы выиграете джекпот или суперприз. Только не забудьте приобрести билеты на следующие тиражи. Мы с вами встретимся уже ровно через неделю в 8:20 утра в программе «Зарядись удачей!». До встречи! Пока! Удачи! Услышимся в апреле!